Рахмет, әріптестер, армысыздар. Орталық коммуникациялар қызметінің ақпараты ғалаңында біз пресс-конференциямызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып аймақтарда экологиялық мәселелер қалай шешілуде. Бұл жөнде бүгін бізге Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің экологиялық реттеу және бақылау комитетінің төрағасы Жолдасов Зулухар Сансызбайұлы айтып беретін болады. Хош келдіңіз, алдымен сөз сізде. Рахмет, сәлеметсіздер, құрметті журналистер. Экологиялық проблемаларды шешу мәселесіне қатысты брифинг кездесуіме қуаныштымын. Аумақтарды экологиялық жағдайын бастауға рұқсат етіңіздер. Экологиялық мониторинг нәтижелері сәйкес 45 өнеркәсіптік қала мен мегаполистердің 9 қаласы атмосфералық ауаны жоғары ластау деңгейіне жатады. Бұл Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, Теміртау, Атырау, Ақтөбе, Балқаш, Өскемен және Шымкент қалалары. Жезқазған қаласы осы жылдың басында жоғарғы деңгейден орташа деңгейге өтті. Жалпы республикалық бойынша осы жылдың бірінші жартыжылдығында ластаушы заттар шығарылары жалпы көлемі 0,9 миллион тонна құрды. Бұл көрсеткіш өткен жылдан осы кезеңмен салыстырғанда 18% төмен. Республикалық қалалардың атмосфералық ауаны ластану себептері 3 санатқа бөлуге болады. Мысалы, Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында ластанудың негізгі пайызы жылу көздері, энергия жылу станцияға байланысты, автокөлік және жеке секторға тиесілі. Өскемен және Теміртау қалаларында эмиссиялардың ең көп көлемі өнеркәсіпке тиесілі. Ақтөбе және Атырау қалаларында ескірген кәріздік тазарту құрылыстары жоғарғы ластану себебі болып табылады. Барлық өнерлерінде жұртшылықпен және экобелсенділермен экологиялық проблемалар шешу жолдарын қарадық. Талқылау нәтижелері бойынша 16 жол картасы әзірленіп, онда 485 іс-шара көзделген. Екі жыл ішінде 188 іс-шаранан 96 орындалды, бұл 54% құрайды. В частности, в Аршалинском районе Акмолинской области запущена ветровая электростанция, в Туркестанской области котельная Туркестан-Жилу переведена на природный газ, в Аральске построен новый полигон ТБО с мощностью 37 тысяч тонн в год. В Мангистауской области начата ликвидация исторического загрязнения Кошкарата со сроком реализации до 2025 года. В 2022 году предусмотрено 73 мероприятия, из которых на сегодняшний день исполнено 4, в этом году с учетом существующих экологических проблем внесены дополнительные мероприятия в дорожные карты по Акмолинской области, Северо-Казахстанской, Атравской и Актюбинской области. Реализация дорожных карт в 2025 году позволит снизить индекс загрязнения атмосферы в 9 городах с высокий на средний, что способствует улучшению состояния атмосферного воздуха. Это один из таких больших работ, которые я еще раз отмечу, что мы в 17 наших регионах разработали 16 дорожных карт. Одна у нас на два региона одна дорожная карта. И на сегодняшний день мы в работе их в реализации. Снижение эмиссий в окружающую среду также предусмотрено национальным проектом «Жасыл Казахстан». 16 крупных промышленных объектов в 10 городах взяли на себя обязательства по снижению эмиссий на 20% до 30%. Для их достижения предприятия будут внедрять наилучшие доступные технологии и, соответственно, в рамках нового экологического кодекса получит комплексное экологическое разрешение. Мы сейчас внимательно отслеживаем исполнение национальной программы, утвержденной президентом Жасыл Казахстан, и эти компании будут достигать, мы будем отслеживать и устанавливать в разрешение эти именно объемы снижения. Позвольте точно остановиться на городах с высоким индексом загрязнения. Начну с города Алматы. По городу Алматы общий объем выброса в атмосферный воздух за первое полугодие составил 20 тысяч тонн, что на 1-2 тысячи тонн меньше в сравнении с аналогичным годом прошлого года. Из них на долю теплоэнергетики приходится 97% и промышленных предприятий 2,9%. Для снижения выбросов осуществляются следующие мероприятия. Начата работа по модернизации котлов ТЭЦ-2 с переводом на газ. Аналогичная модернизация планируется на ТЭЦ-3, что позволит сократить выбросы на 83%. Мы ожидаем, что эта работа окончится к концу 2025 года. Несмотря на то, что в городе обеспечен газом на 99%, на состояние атмосферного воздуха города негативно влияет 5 негазифицированных приграничных
районов Алматинской области. Их полная газификация планируется до 2023 года. Акиматом города приобретены 335 электро- и газовых автобусов, введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта, усилен контроль за качеством топлива на АЗС, соответствующим экологическим классам К4 и К5. Для этого были приняты законы о техническом регулировании к станциям по техосмотру автотранспорта, подготовленные поправки в соответствующее законодательство. На въезде и выезде города установлены 21 пост системы, 21 пост контроля гармонизированной системой Сергек. Введены в эксплуатацию 19 экопостов, которые планируются интегрировать системой Сергек для фиксации выбросов и передачи данных в департамент полиции города Алматы. Утвержден план увеличения зеленого фонда города. На сегодняшний высажено порядка 64 тысячи тонн деревьев. До конца года будет высажено до 1 000 000 тонн зеленого насаждения. В этом году планируется актуализация дорожной карты, куда войдут меры, направленные на решение проблемы утилизации лошлаковых отходов. Историческая проблема, у нас не решается проблема с золой, которая находится на ТЭЦ. Мы ее включили и будем обновлять данную дорожную карту совместно с общественностью. За счет применения дорожной строительства, разработки сводного тома предельно допустимых выбросов и другое. В городе Нур-Султан объем выбросов в атмосферный воздух составляет 3-4 тысячи тонн, это за полугодие, что на 13 тысяч тонн или на 27% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Из них на долю ТЭЦ котельной приходится 58%, на производственные объекты 41%. На сегодня по городу дорожная карта предусмотрена 13 мероприятий, 6 из которых исполнены. Так, в частности, переведены на природный газ и запущены водогрейные котлы на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Завершены работы по газификации частного сектора. В первую очередь планируется газификация завершиться в 2023 году. По предварительным данным ожидается снижение выбросов с 23 тысяч тонн до 6 тысяч тонн или на 74%. Мы знаем, что вот зимний период времени – это основная проблема. Наш частный сектор, использующий твердое топливо, и мы до 2023 года, до конца 2023 года планируем, ну, вот, городские власти переводят на газ, и, думаем, решим эту проблему. В настоящее время проводится работа по внесению и выполнению дорожной карты по улучшению экологии города. Актобе қаласында кәсіпорындар шығарындылары көлемі 1 жаршылықта 9-7 мың тонна құрады. Бұл өткен жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 0,2 мың тоннаға жоғары. Оның ішінде өнеркәсіп нысандары үлесі 91%, жылу энергетика объектке месилы 8-6-6% құрайды. Атмосфералық ауаны ластану проблемалар шешу үшін жол картасы бектілді, оған 33 іс-шара енгізді. Іс-шараны іске асыру эмиссияны 20-30% дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, Қазхром 2 цехтің жаңғарту және қайта құру жүргізілді. Бұл ластанушы заттардың шығарылары 30% азайту мүмкіндік береді. Жаңғартудан ағымдағы жылдың соңына дейін аяқтау жоспарлап отыр. Канализация тазарту құрылғылары жаңғарту және реконструкция бойынша жұмыстары басталды. Қазіргі уақытта кәріз тазарту құрылыстарды күкірт сутегінің шығарылуын болдырмайтын және басатын арнайы катализатор қолданылды. Бұл ретте күкірт сутегі есін толық жою мақсатында әкімдік қаланың канализация тазарту құрылғыларын қайта жаңғарту, жеделту қажет. Аудан орталығында 3 қатты тұрмыстық қалдық полигоны құрылысы аяқталды. 24 жылдың соңына дейін тағы 6 полигон салу жоспарлаған. Кәсіпорындар күшімен 13 мыңнан астам жасыл жілік отырғызылды. Осы бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Сонымен қатар облыстың жол картасы келесі мәселелерді көздейтін жаңа шарамен толқыларылды. Күкірт сутегі шығарылары азайту, жер асты суларды шек арасында жер қайнауын пайдаланушы қызметі тоқтату мен көкжиде кен орындағы консервацияланған және жойылған ұңғымалар зерттеу жүргізу.
Елек өзенің жерасты суларының 6 валентті хромын ластану ошағын зерттеу бойынша, ғылым зерттеу жұмыстарын жүргізу және оны жою бойынша жобасы іске асыруда. По городу Усть-Каменогорск в первой полугодии общий объем выброса атмосферного составил 82 тысячи тонн, что на уровне прошлого года. Из них на долю предприятия приходится 33%, на автотранспорт 54%, ну и котельные субъекты мало предпринимается 3-4%. Дорожная карта по решению экологических проблем области предусмотрена 35 мероприятий, реализация которых позволит сократить эмиссии от 20 до 30%. В частности, до конца 2024 года ТО «Казцинк» запланирована модернизация серно-кислотного цеха, производство позволит снизить выбросы диоксида серы на 20%. Планируется проведение в соответствии с действующим полигоном ТБО, реализация проекта по модернизации системы очистки дымовых газов на Усть-Каменогорской ТЭЦ. На сегодня проведена реконструкция золоулавливающихся новых систем очистки дымовых газов на двух котлоагрегатах. Предусмотрен переход общественного транспорта на сжиженный газ. До 2024 года планируется закуп 200 автобусов. По городу Темиртау одна из больших проблем в нашей стране. Общий объем выброса за первое полугодие составил 118 тысяч тонн, что на 3,6 тысяч тонн меньше аналогичного периода прошлого года. Из общего числа объемов выбросов на промышленность приходится 92%, а в частности на крупнейшую компанию ArcelorMittal Темиртау приходится более 87%. Дорожная карта по Карагандинской области только по городу Темиртау предусмотрена 28 мероприятий, из которых ArcelorMittal Темиртау взял на себя обязательства по исполнению 22 пунктов. Также предприятие в рамках подписанного с ним меморандума предусмотрено сокращение эмиссий на 30%. Есть принципиальная позиция нашего комитета по снижению эмиссий предприятий. Так, в рамках регулирования достигнуто снижение уже на 31%, это нормативных объемов выбросов на 2022 год. Предприятиям даны обязательства по строительству электрофильтров, установке приборов АСМ, реконструкции системы поливочного оборудования на нескольких объектов до конца этого года будет завершен перевод котельного оборудования ТЭЦ, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Конечно, не так все просто с этой компанией. Мы сейчас принимаем все имеющиеся рычаги, механизмы и контрольные, и регулятивные. В рамках реализации дорожной карты установлено 8 датчиков мониторинга состояния атмосферного воздуха в городе. Ведется работа по газификации частного сектора. На сегодняшний день уже газифицировано, подведено порядка 1668 домов. До конца 2030 года будет газифицировано до 5233 газа. Но это еще один источник, это частный сектор. Ведется озеленение города. Осенью этого года акиматом планируется высадить 2000 деревьев. Для создания зеленого пояса вокруг Темиртау силами ArcelorMittal высажено более 27 тысяч. Ведутся подготовительные работы по высадке еще 100 тысяч насаждений. Компания обещала в течение до 2025 года высадить 500 тысяч, это существенное количество деревьев. Высокий индекс загрязнения по области также наблюдается в городе Караганда, Балхаш. В городе Балхаш объем выбросов за первое полугодие стал 41 тысяч тонн, из которых на промышленность приходится 82%. В Караганде составляет 22 тысячи. Для решения проблем выбросов у частного сектора газифицировано 68 домов. До конца года планируется газифицировать около 2000 домов. Столько же планируется газифицировать в 2023 году. Основные источники выбросов в Караганде являются Караганда Энергоцентр, это известная ТЭЦ в городе, объем выбросов которого составляет 17 тысяч тонн. Предприятие включено в национальный проект «ЖЭСЛ Казахстан», в рамках которого планируется снижение на 11 тысяч. Дорожная карта области предусмотрена 35 мероприятий, из них по городу Балхаш предусмотрено 10 мероприятий, исполнено 3. В Жесказгане и Балхаше на металлургическом комбинате ТО «Казахмыс» смелтинг ожидает снижения выбросов на 50% до конца 2025 года. Так, Балхашский медоплавильный завод планирует строительство второй нитки серно-кислотного цеха. Это позволит снизить выбросы диоксида серы в 2-3 раза. Аналогичный серно-кислотный цех планируется построить и на Жесказганском медоплавильном заводе. Разработан свод ТОМ ПДВ, целью которой является исследование всех источников загрязнения, выбросов, определение загруженности атмосферного бассейна населенного пункта и принятие мер по его улучшению. До конца 2024 года планируют строительство очистных сооружений в городе Балхаш.
Проводится работа по увеличению зеленых насаждений в городе Балхаш силами Казахмыс Смелтинг. В этом году высажено 2000 деревьев, до конца года планируется высадить дополнительно 1500 саженцев. В целях усиления мониторинга за состоянием атмосферного воздуха установлено 4 дополнительных датчика, а также LED-экран для вывода информации в онлайн-режиме о состоянии воздуха в городе. Атырау қаласында шығарындылар көлемі 9-8 мың тоннаға құрайды. Оның ішінде Атырау мұнай өндеу зауыты үлесі ғана 58%. Күкірт сутегі бойынша жоғары ластануда 43 жоғары жағдайды тіркелді. Оның негізі көздері тухлая балка, квадрат, бұлану алаңдары және Атырау мұнай газ өндіру зауыты. Қызмет болады. Осы асып кету фактілері бойынша аталған зауыттарға жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Оның нәтижесі бойынша кәсіпорындар 6 миллион теңге астам сомаға айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілік тартылды. Қаланың экологиялық жағдайы жақсарту үшін жол картасы бекітілді. Оның 40 іс-шара кірді оның ішінде. Атап айтқанда Атырау мұнай өндеу зауыты тухлая балка бұлану алаңда рекультивация басталды. Жұмыстарды аяқтау 23 жылдың қараша айында жоспарлап отыр. Қаланың сол жағалауында канализация тазарту құрылысы аяқталды. Биыл олар пайдалануға берілді. Атырау қаласының оны жағалауында кәріз су тазалту құрылыстарының 90% тозу шешілмеген проблема болып табылды. Оларды қайта жаңғарту 23 жылғы аяқтау жоспарланып отыр. 24 жылы квадрат бұлану алаң тазарту аяқтау жоспарлануда. NCUC компаниясы 22 жылдың соңғы дейін Астрахань Маңғышлақ су ағарының судан тұтынуды 70% дейін қысқарту мүмкіндік беретін және қайта су пайдалану, ұлғайту және тазарту құрылыстарын салу жұмыстарын аяқтануда. Қаланың шекті рұқсат етілген заттардың жиынақ томы әзірленді. Жасыл желіктерді көбейту үшін жоспарлан кәсіпорындар күшімен 10 мыңнан астам ағаш отырғызылды. 3,5 мың гектар астам жерге жасыл желек отырғызу жоспарлануда. Шымкент қаласында атмосфералық ауаны шығарылары шекті рұқсат етілген заттар көлемі 12 мыңнан асып тұр. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 5-5 мың тоннаға жоғары. Оның ішінде өнеркәсіп объектілері 94% құрайды. Экологиялық мәселелерді шешудің жол картасын 29 іс-шара қарастырылған. Оның ішінде бүгінгі таңда 8 іс-шара орындалды. Атап айтқанда жасыл желектерді паспорттау жұмыс жүргізілді. 16 мың гектар алқапқа жасап желек отырғызу жоспарлануда. Қазірдің өзінде 162 гектар алқапқа сексеуіл отырғызылды. Жеке секторды газдандыру бойынша жұмыстар жүргізілді. Бүгінде үйлердің 93% газбен қамталған. Жыл соңы дейін бұл көрсетіш 94% дейін жеткізу жоспарланып отыр. Кең таралған пайдалы қазбалар карьерлерін өндеу кезінде бүлінген жерлерді қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізілді. 3 кен орны рекультивация, 8 рекультивация процесінде. Құрылыс қалдықтары полигоны үшін оларды одан әрі өндеу үшін жер участкер бөлінді. Хотелось бы отметить и проводим работу по ликвидации несанкционированных свалок. В целом по республике в этом году спутниковым мониторингом выявлено более 4800 свалок. Из них в городе Шымкент полностью ликвидировал свалки 100%.
более чем 60% ликвидировали Кызылординская область, Павлодарская область, Акмолинская область и город Алматы. Слабая работа на сегодняшний день ведется в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Мангистанской области от 10 до 17%. Перед акиматом поставлена задача более 100% ликвидации свалок до конца текущего года. Я постарался коротко рассказать о проводимых мероприятиях по улучшению экологической ситуации в наиболее загрязненных городах. Хочу отметить, что одним из действенных механизмов улучшения экологической ситуации в стране является внедрение наилучших доступных технологий в промышленности, переход на НДТ. Согласно экологическому кодексу, планируется с 2025 года. Благодаря этому механизму мы предполагаем снизить эмиссии примерно на 50% в течение 10 лет. И акиматы должны проводить аналогичную работу по предприятиям второй и третьей категории. Помимо этого, экологическим кодексом в 2023 году также предусмотрена установка автоматизированной системы мониторинга на источник выбросов предприятий с передачей данных в комитет. Это позволит нам в онлайн-режиме отслеживать показатели эмиссии и в свое время реагировать на нарушения, обеспечив население достоверной и своевременной информацией. Благодарю за внимание. Рахмет. Енді қазір сұрақ-жауап бөліміне көшейік. Алдымен информбюро кизет сайтынан Айдана Сейсенбек зум арқылы сұрақ қояды. Айдана. Добрый день. Мой первый вопрос. Какую помощь предприятие «Казфосфат» оказывает местным жителям? Вы знаете, я сейчас не скажу, это такой более, наверное, социальный вопрос. На этот вопрос, наверное, ответит местная исполнительная власть, но я хочу сказать, что мы закладываем предохранные мероприятия, которые предприятие должно вкладывать в уменьшение воздействия на окружающую среду. Мы знаем, что большие средства заложены на автоматизированную систему мониторинга, на санитарной зоне и на источник загрязнения. Это очень важное мероприятие для того, чтобы население и общественность видела и знала ситуацию воздействия. Вы знаете, что недавно была авария, и как раз-таки мониторинговые данные, которые стояли на санитарной зоне предприятия, они показали, была возможность отследить. И ряд других мероприятий по реконструкции, приведению в соответствие. Конечно, есть проблемы у предприятия, мы сейчас будем проводить проверки. Но самое главное в нашей части – это то финансирование, которое направлено на экологизацию, на экологию. В остальной части, конечно, это больше местная власть сообщит. Хорошо. Второй вопрос. Что вы скажете о мотоциклах в Иле Алатауском национальном парке? Какие меры принимаются по ужесточению контроля за действием мотоциклистов и водителей квадроциклов? Вы знаете, у нас довольно большое министерство, если мы комитет экологии, экологического регулирования контроля, мы осуществляем за загрязнением, за эмиссиями в целом городах, населенных пунктах, за производством. А у нас есть комитеты лесного и охотничьего хозяйства, у нас есть комитет водный, комитет рыбного хозяйства, и каждый занимает своей функцией. Что касается национальных парков, и шумовое воздействие, мотоциклы и так далее, то, что вы задаете, это входит в компетенцию, скажем так, лесного комитета. Мы можем довести эту информацию более точно и, в принципе, вам письменно сообщить. Это в комитете наших коллег из этого. Да, здесь у нас представители пресс-службы Жасулан Нуржан Мырзаутар, Явин Кумбулса. Если можно, предоставит ответ в письменном виде. Хорошо, спасибо. Келесі Улус Медиа порталына Насим Гумарова. Сұрақ қояды, Асим. Здравствуйте, Зухар Санзбаевич. Я знаю, что вы один из немногих высокопоставленных людей в Минэкологии, у кого действительно есть образование эколога. Поэтому хочется услышать ваше мнение по поводу строительства на территории нацпарков. Вы же знаете, что там многие участки отдали в аренду бизнесменам. И некоторые активисты обеспокоены, что экосистему нацпарков нарушают под видом развития туризма. К примеру, по их словам, сейчас на территории Алматинского Большого озера строят отель. Что вы об этом думаете, и можно ли заниматься таким строительством на особо охраняемой природной территории? Не вредит ли это экосистеме? Вы знаете, я отвечу на ваш вопрос, но я бы хотел бы изначально сказать, что этот вопрос в любом случае надо адресовать нашим коллегам из комитета леса, куда подчиняются все национальные природные парки, и это учреждение государственное.
Но со своей части хочу сказать, знаете, на самом деле это мировая практика привлечения. И это, в принципе, работает у нас уже все это время. Часть, на самом деле, национальные парки делятся на несколько режимов. Есть, скажем так, повышенный режим, охраняемая территория, где есть обитание, миграция, краснокнижных животных и так далее, особо ценные растения, туда исключено вообще либо какое присутствие бизнеса, там, рекреации и так далее. Назначение национального парка, вы правильно отметили, это растительный мир, это животный мир, его сохранность. Для того и оно выведено в этот особый статус. Есть зона, которая она предполагает саму рекреацию. И, в принципе, как бы мы ни ограничивали, как бы мы ни говорили, в любом случае население, оно будет отдыхать, оно будет ходить в горы, будет ходить к озерам, будет ходить в национальные парки, да, в леса и так далее. То есть, соответственно, есть зона, где мы должны создавать условия для вполне культурные, цивилизованные условия. И поэтому в любом случае здесь бизнес должен присутствовать. И здесь очень четко регламентировано в законодательстве, как он должен себя вести, на каких условиях предоставляется, в аренду и так далее. Сейчас вот мои коллеги из комитета лесного хозяйства, они сейчас большую работу проводят, вот, какую компанию, какие инвесторы могут существовать, работать, осуществлять эту рекреационную, ну, в смысле, рекреационную, скажем так, культуру вообще в целом, да, инфраструктуру и так далее. Что касается Алматинского озера, информация о том, что там строится отель, на сегодняшний день нет. Отель там строиться не может, но мы сейчас давайте уточним этот вопрос и на наших коллег, и его законность. Я скажу, что любая деятельность, какая предполагаться будет в национальном парке, она будет проходить в стадии общественного слушания, будет разрабатываться проект, большим прицелом это будет проходиться во время экспертирования и общественного слушания. Любая деятельность на самом деле. И в принципе, самое главное, мы любой деятельностью, даже для рекреации, для выстраивания инфраструктуры, для правильного, хорошего отдыха населения. И мы в любом случае в первую очередь должны минимизировать воздействие на вот эту хрупкую экосистему, которая находится в национальных парках. Спасибо. Вот вы сказали, что есть прям особо охраняемые территории, прям какой-то повышенной, что ли, безопасности, где не должны строиться там дома, отели, куда не должен заходить бизнес. Вы можете сказать, это вот что за территории, если это не нацпарки и там не ботанические сады, потому что и в ботанических садах у нас что-то строится где-то рядом или продается, и также в нацпарках. А что это за территории, где не должен быть бизнес вообще? Вот, знаете, я сейчас могу быть неточным в формулировках, потому что это компетенция моих коллег из уполномоченного органа, из комитета лесного хозяйства. И сам национальный природный парк делится на несколько уровней, на несколько режимов. Есть зона повышенная, где вообще запрещена какая-либо деятельность на самом деле. И там не допускается вообще какое-либо строительство и так далее. А если можно, вот вы адресовали конкретно по ботаническому саду, я могу записать и, в принципе, передать нашим коллегам, и вам могут более детально, в принципе, ответить на этот вопрос. Хорошо, спасибо. Больше вопросов нет. Хорошо, спасибо. Келесі Қазақстан ұлттық телеарнасынан Сәбит Әлібай. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Зұлфықар Сансызбайұлы, мен сізге бір сұрағым. Жалпы еліміздің қай қалаларында шайынды суды тазартатын қондырғылар орнатылған? Орнатылмағаны қанша менің өзім білетінім. Тараз қаласының шайынды суы әлі күнге дейін дәстүрлі әдіспен ескі шұңқырларға төгіліп, қоршаған ортаны ластауда. Жақындағы Жамбыл ауданына қарасты елді мекендер әлі күнге дейін қолаңса естен зардап шегіп келеді. Бүгінде бұл резервуарлардың тоз-тозы шығып, су өткізгіш қабілеттерінен айырылған. Ал жылғалап қашқан шайынды су жақын маңдағы су айдындарына қосылуда. Бұл мәселені көтеріп, аймақ атқамінерлері инвестор іздеп жатқанына 10 жыл болды. Аймақтағы осы экологиялық мәселе қалай шешіледі? Ол күрделі үлкен проблема, тек қана Жамбылда емес, бүкіл біздің республикада. Министр инфрақұрылым министрінің мәліметі бойынша бізде 54 осындай кәріз су тазалағыштар негізі модернизацияға келеді, жасау керек, тозған. Оның ішінде жаңағы кәріз су тазалағыш жоқ қалаларда бар. Негізі үлкен проблема. Әрине, оны орны баяғыдан олардың салынғанына бір 30-40 жылдың үстінде негізі. Жөнді бір мерзімге дейін тазаламайды көбісі. Ол үлкен проблема. Негізі жаңа Таразда деп атқасыз, басқа қала, мысалы Балқашта мен айтайын сізге, мүлдем мынау тазалағыш жоқ деп айтуға болады қалада.
көптеген қалаларда, мен жаңа Атырауда айтып өтіп өткенде, мынау атмосфералық проблема, Ақтөбедегі и Атыраудағы проблема, дәл сол жүнді тазламағаннан байланысты, кәріз судың соны жаңа сероводород шығады, күлігі проблемалар болып тұрады. Негізі, қазір ол құзырет негізі оны жаңа қожалық ретінде орнына келтіретін қаражат бөлінетін ол бізде жергілікті органдар, жаңа инфрақұрылым министрінің құзыретінде қазір бір құрылыс комитеті бар, солар үлкен бір жоба жасап жатыр, қазір оны орнына келтіру, реконструкция жасау. Ол күрделі мемлекеттегі проблема, жаңа полигон сияқты, кәріз су тазалағыштар проблема. Тараз енді біз жағынан біздікі бақылау ғой. Біздің комитет, біз бақылау жасаймыз, реттеу жасаймыз, біз неше рет жаңағы тексеру жүргіздік Таразда, неше проблеманы көтердік. Бізде оны көру үкімет алдында, жаңа әкиматтың алдында неше рет проблема көтердік. Оған үлкен қаражат керек бүгін кезде. Бірақ үлкен жоба бар, осы жаңа мен айтылған айтып өткен министрліктің құзыретінде үлкен жоба бар негізі. Бүкіл бірінші оның этаптары бар, осы жаңа 54 кәріз су тазалағыштарды айттым. Оның бірінші этапында есімде болса 16 кәріз су тазалағышта болу керек. Бізде Жезқазғанда да проблема бар, Қарағанды облысында жалпы көп облысында осындай проблема бар. Екінші қатардағы проблемалар бар, соны біз жаңа қаражаттандырып қазір шешетін болады мемлекет тарапынан жалпы. Тағы сол сияқты осы қоқыс полигондар көптеген аймақтарда тау болып үйілген қоқысты әлі күнге дейін көму әдісі арқылы арылып жатыр. Көптеген аудандар мен ауылдарда да қалдықтар осылай жойылады. Қоқыс ашық жатса желге ұшып жақын маңдағы елді мекендерді ластайды, ал көмілгендері жер асты суына қосылып жатыр. Аймақтарда қоқысты қайта өңдеу бойынша қандай шаралар қолға алынып жатыр? Мен сізге айтайын, республика бойынша қазір заңдастырылмаған санитарлық экологиялығына сай емес полигондардың саны 80%. 20% ғана біз заңдастырғанбыз. Ол да үлкен күрделі проблема. Әсіресе мысалы қазір мынау аудан орталығында, облыс орталығында ретінен келтіріп жатсақ, мынау шағын ауылдарда көптеген полигондар, осы 3000 үстінде полигондар бар, соның ішінде 80% жаңағы бүгін заңдастырылмаған үлкен проблема. Қазір таңда біз мынау жол картасында әр облысқа негізі ол оның құзыретті жергілікті органдарды олар бақылау керек, қаражат бөлу керек, орнына келтіру керек. Бүкіл біз соның үстінен жаңағы біздің министрліктің құзыретінде политика, біздің комитетті бақылау. Біз осы жылдың аяғына дейін осы 89 әртүрлі деңгейде әкімдерді жазаға тарттық, айыппұл салдық осыны орнына келтірмеген үшін. Жаңа стихийлық бізде иесіз қалдықтары бар. Оның жолдары қалай? Біз мысалы біріншіден әрине қаражат керек, орнына келтіру керек. Біз жол картаға салдық, оны салуды, рекультивация жасауды. Мынау біз зерттеген өзінде бірнеше проблема шықты. Ол деген біріншіден біз заң түрінде тасымалдайтын мекемелер тек қана реестрда тұрған мекемелер бүгін тасымалдайтын болады. Осындай заңда өзгерістер бар. Реестрде одан басқа сол көліктер жаңа GPS оборудование сынап жасету керек. Өйткені біз соны енді мысалы сіз қазір объявление OLX кез келген объявление ашсаңыз, неше түрлі көліктер бар, тасымалдаймыз шығады. Қалда қайда алып баратқан ол қалдықтар құдай біледі. Сондықтан ертеңіне біз жаңағы иесіз қалдықтар қаланы осының айналасын табамыз. Соны енді осы жылдан бастап біз осы тек қана тасымалдайтын көліктер тек қана реестрде тұратындар. Ол біріншісі. Екіншісі өңдейтін компаниялар. Оның ішінде олар жаңа ішінде қағаз, темір, басқа заттар өңдейтін компаниялар бар. Біз 200-ден көп компаниялар бар. Сол тек қана осы біздегі рұқсат берілген компаниялар ғана өңдейтін болады. Ал ол қауіпті қалдық болса тек қана лицензиямен. Сондықтан мен айтпақшы болғаным, қазір біз жаңа өте қатаң отчетпен осындай тасымалдайтын компаниялар кім тасиды екен білетін боламыз, кім өңдейтін білетін боламыз. Олар бәрі отчет тапсыратын біздің комитетке. И жаңағы полигонға кім тапсыратын, соны біз зерттейтін боламыз, сыртқа шықпайтындай. Ол бірінші, енді бақылау жағынан айтып атсам. Ал екіншісі, жаңағы біз
бюджет кодексына үлкен өзгеріс енгіздік. Енді эмиссияға, экология эмиссияға түсіп атқан ақшаның 100%, 100% тек қана экологияға жұмсалу керек. Мысалы, мен сізге айтайын, 100 миллиардтан көп ақша түседі екен жаңа эмиссия, экологиялық эмиссияларға. Соның тек қана осы күнге дейін 40%-ға дейін ғана экологияға жұмсайды екен сол ақшаны. Жергілікті органдар, облыстар, мысалы, бір облыстары бар, 12% ғана соны жаратады екен. Сол біз қазір заңда тек қана экология жарататындай осындай нені енгіздік. Енді сол үлкен ақшаны жаңа полигоны орнына келтіру, сондай үлкен жоба жасап жатыр қазір әкімшіліктер. Тағы бір қосымша сұрақ қойсам бола ма? Мына қала маңындағы кіші Талдыкөл көлі экологиялық апатқа ұшыраудың алдында тұр. Бұған дейін СОС Талдыкөл белсенділер тобы осы көлге үлкен мотопомпаларды қойып, оның суын сорғытып, қаланың шайынды суына құйып жатқан жағдайды тіркеген. Біз артынша барып, ертесі күні сол құрғаған жерлерге үлкен жүк көліктерімен топырақ төгіп жатқан анықтадық. Осы телеарналардан да көрсеттік. Жалпы сол бойынша қазір тексеріс басталды деген мамандар. Жалпы сол жағдай бойынша қандай шара қолданып жатыр? Негізі үлкен талқылау болды, алаңдаушылық болды көпшіліктен. Талдыкөл, өздеріңіз білесіздер, біздің су комитеті жағынан біраз жұмыс істеді. Қазір өздеріңіз білесіздер, соттың тарапынан жер бөлінген, судың аймағында бөлінген сол шешім жойылды. Негізі сондай сотта бар. Тағы да құрылыс бойынша, тоқтату бойынша соттасып жатыр, сот жүріп жатыр. Қазір шешімдері бар, бірақ ары қарай сатыдан қарап жатыр. Сот жүйесінде ол мәселенің бәрі негізі. Қазір ол үлкен жаңа жергілікті орган, біздің Астана әкімшілігі, біздің су комитетімен жұмыс істеп жатыр. Бірақ қазір соттың жүйесінде оның бәрі мәселенің бәрі. Жоқ, ол енді су айдыны ретінде сақталып қалу деген соттың шешімі ғой. Ал қазіргі заң бұзып жатқандарды анықтау, олар жазалау бойынша қандай шаралар жүріп жатыр? Енді көлді құрғатып жатыр ғой бұлан шеге енді елдің көзінше. Соттың шешімі бар, соттың шешімі бар. Енді сот орындаушылармен жұмысымен оның бәрін, заңсыз істеп жатқан жұмысының бәрін тоқтату керек. Ол сот, негізі соттың шешімін орындау керек, қазір бәрі тоқтату керек. Бірақ негізі біз зерттеу кезінде бірнеше мәселелер шыққан, мынау үлкен құрылыс болып жатыр ол қалада. Естественный приток дейді, мынау жаңа судың деңгейі, көлемі болып тұру керек қой, өзен болу үшін. Сондықтан мынау естественный притоктар болмағасынан ол жаңа өзінің деңгейінде кішкене өзі естественный дейді. Көлдің көлемі өз-өзімен азаятын болатын болады. Сондықтан оны мысалы деңгейде ұстап тұру үшін арнайы оған су жеткізу керек. Бұрынғы мысалы жаңағы өз табиғатымен жаңағы қар еріп сол жаңбырмен келетін суларды азаятын болады, негізі қала өсіп жатыр ғой. Сондықтан екінші мәселе ол өзенді қалдырған өзінде де оны суды деңгейіне жеткізіп ұстап тұруына оны суын жеткізетін ол мәселені шешу керек енді. Ол қаланың күшінде болып тұр. Қазір керісінше судың көлін қаланың шайынды суына төгіп жатыр ғой қазір енді басқа жоқ. Жоқ, қазір ондай мәлімет жоқ. Оны нақты айтуға болады. Онда қаланың шайынды сулары ол жерге лақтыру жоқ, оның басқа бір орындары бар. Қайта бұрындары, мен сізге айтайын, бұрындары осы 10 жыл, 20 жыл алдын, ол как раз сол жерде су жаңа сарқынды сулар жаңа ливневый канализация деген сол жерге соның арқасында кейін қар еріп жатқан жаңбырмен толып тұрған дүние негізі. Қазір негізі қайта оны азайту өзінің естественный процестімен азайту мүмкін болып тұр да негізі. Сондықтан оны біз мысалы көл ретінде қалдырып жатқан өзінде оны подпитка ретінде қай сумен соның инженерный инфраструктураны ойлап жатыр қазір. Әкімшіліктермен бір территория рекреация ретінде демалатын орын осы жерді қалдырып қоятын соны ойлап жатыр. Суды қалай деңгейді қалдыруға онда бірнеше шешімдер бар. Рахмет. Жақсы, рахмет. Мадина Успекова, Орда Кизет сайтынан. Мадина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, принято ли окончательное решение по строительству нового хвостохранилища в поселке Пестубе? И обсуждался ли этот вопрос с общественностью? Да, это большая была проблема. В прошлом году я, в 21-м году, да, я сам выезжал на Пестубе, встречался с общественностью как раз накануне строительства хвостохранилища. Мы обнаружили, что хвостохранилище начато без заключения экспертизы, без разрешения экологической.
мы подали на приостановку, отозвали эти документы, и оно приостановлено. Мы приостановили хвостохранилище. По последней информации, вообще в целом предприятие приостановило свою деятельность в данном поселке, в данной местности. Хвостохранилище не работает. Этот вопрос больше на повестке не стоит. Ну, мы приостановили, мы отозвали. Он незаконен. Он незаконен без документов соответствующих, конечно. И если главным условием является его строительство, функционирование, это согласование с проведение общественных слушаний. Компания пыталась как-то выйти на связь с министерством и попробовать-таки поговорить с общественностью, потому что хвостохранилище, они настаивают, что новое хвостохранилище нужно, и его в конечном итоге все равно придется построить. Ну, знаете, хвостохранилище – это неотъемлемая часть этого производства. Ну, чтобы получить продукцию, вы в любом случае должны так называемые хвосты куда-то размещать. Соответственно, это, ну, у них были закончены старые хвостохранилища. Ну, то есть, но это все, это процесс производства, это все возможно. Но главным условием – это соответствие экологическим требованиям и общественное слушание. Если общественное слушание будет удовлетворено и будут сняты все вопросы, экологические вопросы, то, естественно, все в законном порядке должно быть рассмотрено. Только при этих условиях. На сегодняшний день этого нет. Проекта нет, к нам не поступал. Положительного заключения нет и разрешения нет на него. Понятно. Теперь второй вопрос. В анонимном порядке к нам обратили экологи и попросили задать этот вопрос, поэтому я его озвучиваю вам. За последние 2-3 года в вашем ведомстве было зафиксировано, по крайней мере, 6 коррупционных дел. Например, вот в апреле приговором суда к 3 годам заключения был приговорен руководитель департамента экологии по Актюбинской области. Кто понесет за это ответственность и есть ли в этом ваша персональная ответственность? Расскажите, пожалуйста. Да, к сожалению, наши внутренние и внешние анализы коррупционных рисков показывают о том, что есть у нас присутствие, есть наша деятельность, которая сопряжена с коррупцией. Это наши и контрольные функции, и регулятивные функции. И, к сожалению, за последние 3 года, да, вот эта цифра, по-моему, 6, сейчас скажу, 6 было осуждено, ряд в производстве дел, и в их составе был и руководитель. Это было связано в основном с экспертизой и с контрольной частью. Мы, конечно, все, что нам предписывается, мы разработали стандарты антикоррупционные, мы заключили меморандум, мы проводим совещания, доводим, отслеживаем проверки и выдачи разрешения максимально, насколько это возможно. Конечно, очень сложно отследить или понять, о чем каждый человек думает, или какой у него настрой, или как он собирается нарушить законодательство, в каких отношениях вступает он с предприятием, с какими-то лицами коррупционно настроенными. Нам очень сложно отследить в этой части. И мы сейчас работаем и с антикоррупционным ведомством по внешним анализам, и то, что по Актюбинску, и по Кызылорде у нас было, и в Восточном Казахстане мы еще проводим внешние анализы. Более того, мы хотим сейчас очень глубокую оцифровизацию сделать, полностью прозрачной контрольной нашей инспекционной деятельности от начала до конца, чтобы это была очень прозрачная проверка, чтобы не было возможности как-то увильнуть, скажем так. То же самое мы хотим оцифровать и экспертизу. Да, естественно, в части ответственности у нас и звено, которое до меня, заместители, руководители, понесут ответственность, и, соответственно, я тоже, если это будет поставлено руководством, то естественно. А в каком случае и кто в этом порядке должен нести персональную ответственность? Я думаю, что мое руководство в этом плане разберется. Есть и требования законодательства, если нужно, поставят. Но вы готовы подать в отставку в случае чего? Я не политическая фигура, в отставку подают политические госслужащие. Мою ответственность рассмотрит мое руководство, если будет коррупционный факт. Но я тебе вам говорю, что есть определенная иерархия по ответственности. Поняла, спасибо. Спасибо. Атамикен бизнес-телернасынан Сымбатер қызы. Бар мекен? Зум арқылы. Жоқ. Жақсы. Хабар 24 телернасынан Гүлзия Нақып қызы. Жоқ. Ендеше Элитар Кизет сайтынан Саидан Тұрсуметова өзінің сұрағын жүрген екен. Қазір оқып жүрсек. Келесі Екатерина Гуляева газета «Рудный Алтай».
Какова экологическая ситуация в Восточно-Казахстанской области на текущий момент? Есть ли в Министерстве программа по охране окружающей среды и атмосферного воздуха в этом регионе? Какие ее основные направления? Это первый вопрос. Да, я вот в своем выступлении перечислил. Мы большое внимание уделяем Восточно-Казахстану, городу Искандергородск в целом. Очень довольно промышленный регион. Соответственно, есть обратная сторона промышленности, это очень ощутимо воздействие на окружающую среду. Мы все, я не буду повторять, ну, в смысле, не буду говорить о том, все знают информацию, что само географическое расположение города Искандергородск, такое котлованное в среди Алтайских гор, и, соответственно, очень сложное проветривание, образование газов от промышленности и так далее. А что на сегодняшний день сделано? Мы в 2020 году разработали дорожную карту совместно с общественностью. Вначале мы собрали у общественности все предложения, озвучили их, и аким области, и министр подписали дорожную карту, которая подкреплена всеми финансами предприятия, местного бюджета, республиканского и так далее. По атмосферному воздуху на сегодняшний день один из крупных источников, до 37%, это у нас известная компания «Металлургическая Казсинк», которая в течение до 2025 года построит, практически проинвестирует порядка 100 миллионов долларов, по их заявлению, и будет построен ряд ниток серно-кислотных цехов, которые в частности, улавливают диоксид серы, основная проблема предприятия – диоксид серы, и, в принципе, мы получим до 20% сокращения до 2025 года. Более того, компания на сегодняшний день готова перейти на новую доступную технологию, так называемую КЭР, это новая система. И, в принципе, в течение 10 лет, я думаю, что будет существенно снижено при переходе на НДТ, на КЭР, будет существенно снижен объем выбросов в целом. Но надо сказать, что это не единственный источник, есть крупных два источника в городе, это еще и ТЭЦ. Мы и как ТЭЦ, так и КАЗЦИНК поставили в национальную программу «Жасыл Казахстан», утвердили ее президентом. На сегодняшний день, как я назвал, что на 11 тысяч предполагается сократить в КАЗЦИНКе, и порядка до 20% мы будем сокращать на ТЭЦ объемы выбросов. Но есть другие еще проблемы, это частный сектор, это автомобиль, на которых тоже приходится определенно, особенно, вы сами знаете, в районе аэропорта и так далее, в частном секторе тоже большая проблема. И там, опять же, местными властями рассматривается возможность двух путей, либо подключение максимальное к центральному отоплению, замена топлива и, возможно, даже газификация. Это гораздо сложный вопрос, но мы тоже вопрос ставим, надо решать как-то. И следующий вопрос – это с общественным транспортом, который надо увеличивать количество, чтобы как-то людей пересаживать на общественный транспорт. В смысле, он должен быть не на дизеле. Вот это наша принципиальная проблема, там, сжиженный газ попробуем. Но в целом по автотранспорту тоже такая большая работа ведется. Ну, там много проблем, на самом деле, и по сточным водам мы сейчас большие проблемы находим на предприятиях. Вы знаете, большой запас, ну, большой объем речной системы в Восточно-Казахстанской области. И там мы находим проблемы, большие штрафы, в ущерб предъявляли. Работу проводим. Есть проблемы и с отходами. Там тоже вот мы в дорожной карте думаем, что решим этот вопрос. На сегодняшний день, ну вот, может быть, у вас следующий вопрос будет. Мы еще по ТБУ. По поводу отходов. Есть второй вопрос. Практика показывает, что принятый и действующий экологический кодекс в регионах почти невозможно соблюдать в плане сбора, сортировки и переработки твердобытовых отходов. Какие меры для этого предпринимаются министерством и на местах? Ну, мне кажется, наоборот, новый кодекс, он довольно выстроен так, что, в принципе, необходимо больше перерабатывать отходы, нежели просто складировать, закапывать, как это мы все делали практически. И мы на сегодняшний день поставили для себя амбициозный план достижения 24% по республике снижения, то есть обратная переработка 24%, а к 30-му году до 40%. На сегодняшний день в Искандергородске силами Жасылдаму выделены определенные средства. Уже заканчиваются, насколько мне известно, монтажные работы по сортировочной линии. Я вот сам был на полигоне в Искандергородске. Ну, картина не из лучших, конечно. Периодически там происходит возгорание, очень большой объем, исторический полигон. Так вот, сейчас там установлена сортировочная линия, она проходит монтажные работы. Все это за счет финансирования Жасылдаму. Это уже начат процесс, по-моему, в 2021 году. Вот.
В целом, вот я сейчас рассказывал чуть ранее, что, в принципе, мы выстроили так в экологическом кодексе, чтобы, в принципе, отследить отходы от начала до его до конца. Ну, сделать регулятивные механизмы. Дело в том, что вот вы на сегодняшний день можете, ну, где-то в объявлении узнать, что какой-то владелец автомобиля предлагает услуги по вывозу отходов. Естественно, эти отходы они вывозят, соответственно, и не обязательно они везут на полигон, потому что, возможно, это дорого. Можно вывести их во враг, в степь и так далее. Мы сейчас заложили такой механизм, когда имеют право возить отходы, перевозкой заниматься только те компании, которые состоят в реестре. Будет реестр, он есть уже в реестре, мы уже знаем, в него включаются. И для того, чтобы в тендере участвовать, это обязательное условие состояния в реестре. И завтра и органы МВД, и мы сможем отслеживать, проверять, кто же возит отходы от населения, от компании и так далее. Следующим этапом это мы предусмотрели для переработчиков опасные отходы по лицензии, а по неопасные отходы по уведомлению. То есть мы теперь будем точно знать, кто перерабатывает. У нас часто было такое, что компания передает кому-то от себя ответственность, ну, передавая свою ответственность, но потом выясняется, что там эта компания совсем не обладает никаким потенциалом по переработке этих отходов. И мы находим, опять же, в ямах и так далее. То есть на сегодняшний день передача этих отходов только, возможно, компаниям перерабатывающим, либо на полигон для захоронения. То есть мы такой замкнули круг, можно сказать, и попытаемся отследить эту ситуацию. Хорошо. Саид Турсуметовый вопрос с риторики Зайца читаю. Вопрос по озеру Балхаш. Оно может повторить судьбу Аральского моря. В озере была обнаружена высокая концентрация солей, диоксид серы, тяжелые металлы и ядовитая пыль. Также есть проблемы с нерациональным использованием его вод. В то же время в качестве возможного места размещения АЭС рассматривается именно Балхаш. С вами, как с экспертами, авторы этой идеи советовались, и как решается проблема с обмелением Балхаша? Это первый вопрос. Ну, знаете, на сегодняшний день, ну, понятно, это компетенция больше водного комитета, наших коллег, но я отвечу, что, в принципе, по данным на сегодняшний день, уменьшение именно уровня Балхаша не наблюдается, но есть тенденция периодическая, но есть тут две большие проблемы. Одна из крупных – это, конечно, в целом изменение климата, уменьшение притоков, уменьшение ледников в горах, уменьшение притока из река Трансгранична. Основ 70% воды в Балхаш прибывает по реке Ли. И эта река берет свое начало в Китайской Народной Республике, соответственно, там уменьшение естественного стока и уменьшение притока от наших соседей. Там проводится большая работа по трансграничным переговорам и так далее нашими коллегами. И зависит от притока воды, первое. Второе, было очень хороший вопрос поставлен по рациональному использованию воды. Да, к сожалению, есть большая проблема, опять же, большое потребление сельским хозяйством, промышленностью, в частности, сельским хозяйством по пути следования из реки Или. И сейчас, опять же, нашими коллегами большая работа проводится по рациональному использованию, по замене культуры, там, рисовой культуры и другие, то есть более влагосберегающие, скажем так. Но я не скажу, что по качеству есть большая критичность на сегодняшний день, но есть в прибрежной зоне есть проблемы. Есть проблемы, именно связанные с историческими промышленными нашими хвостохранилищами, нашим предприятиями, металлургическими их отходами и так далее. Мы еще в свое время, скажем так, года пяти раньше этот вопрос поставлен, и на сегодняшний день предприятие промышленно-металлургическое поставило, скажем так, стена в грунте, которая не позволяет мигрировать, допустим, тяжелым металлом от хвостохранилища подземными водами в озеро Балхаш и, значит, сделать ряд мероприятий, которые можно будет останавливать, перехватывать поступающее загрязнение подземным путем. Что касается атомной электростанции, то ну, это еще такое, сейчас это создана большая организация при Министерстве энергетики, проводит исследования, где лучше будет построено. Одна из версий это принятого решения, ну, в смысле, принимается, возможно, решение на берегу побережья Балхаша. И здесь надо сказать, что есть три существующих, ну, самых главных фактора. Это первое, это экологическая составляющая. Она возможна только тогда, когда она будет соответствовать всем экологическим требованиям. Второе составляющее это общественное слушание.
Это возможно только тогда, когда будет согласовано с общественностью. И третье – это водосбережение. Понятно, что мы должны вопрос поставить. Вот нам как раз таки специалисты говорили, что есть уже такие технологии, она очень совершенствованная технология вообще в целом, атомная промышленность, которая минимальное потребление воды, ну, в смысле, не объем, то потребление, предполагаем потребление воды, он настолько не существенно, чтобы не повлиять на какое-то состояние экосистемы вообще в целом водного запаса Балхаша. То есть вот это всего лишь это перспектива, и пока это обсуждается. Это в любом случае при проектировании будет смотреть и водный комитет, и мы. И эти три вопроса, это они будут самые ключевые, самые главные. Хорошо. И второй вопрос. В СМИ неоднократно поднимался вопрос скотомогильников вблизи реки Аксу в Туркестанской области. Раньше скотомогильник находился в 30 метрах от берега и был огражден. Но добытчики песка и гравия ограждение убрали. В октябре 2017 года из-за угрозы распространения сибирской язвы в районе был объявлен режим ЧС. Река Аксу является одним из источников снабжения водой Шымкента. И если воды реки доберутся до скотомогильника, последствия будут катастрофичными. Кроме того, в водоохранной зоне на расстоянии 250 метров от скотомогильника расположен животноводческий комплекс. Сточные, дождевые и талые воды с территории фермы также уходят в Аксу. Комплекс принадлежит иностранцу. Знаете ли вы об этой проблеме и какие меры принимаются для ее решения? Да, мы эту проблему знаем, и наш департамент, Туркестанский департамент экологии, неоднократно выезжал, совместно была создана комиссия, и местными властями сейчас проводится большая работа по этому вопросу. Ну, надо сказать, что вот незаконная добыча опи и недропользования сейчас находится не в нашей функции, и скотомогильники тоже находятся в местном ведении. Но мы, как экологи, осуществляем контроль. В этой части у нас было реагирование. Сейчас, ну, самое главное там – это финансирование и пресечение. Сейчас то, что проводится работа местными властями. Мы более полную информацию и в отношении этой компании названной можем, более, чтобы сейчас не занимать время, я могу более развернутую информацию предоставить журналисту. Хорошо, спасибо. Сайта Vera.kz, Марина, редактор Марина Низовкина отправила свой вопрос. Жители Шымкента неоднократно жаловались на подозрительные запахи в разных районах города, особенно ранним утром. Акиматы и другие ведомства меры не предпринимают. Неизвестно, что за запахи или вредны ли они. Какой алгоритм действия должен быть у жителей города, когда бездействуют местные органы? Вы знаете, мы сейчас... Ну вот мы комитеты, наши территориальные органы, мы сейчас на очень жесткий контроль взяли, мы проводим дайджест всех публикаций и высказываний и максимально пытаемся на них реагировать, в том числе даже комментировать о принятых мерах и реагировать сразу же на эту проблему. Что мы сделали? Мы знаем эту проблему, были посылы от общественности о запахах и так далее. Мы с июня месяц по октябрь на сегодняшний день с местными властями, с акиматом, наш департамент экологии организовал ночной выезд с нашей лаборатории. Мы сейчас осуществляем мониторинг на всех промышленных территориях, на санитарных зонах. На сегодняшний, прямо на ежедневной основе проводим мониторинг. Помимо того, что в городе сейчас находится порядка, если не заметить, 8 датчиков, если я не ошибаюсь, мониторинг постоянных, мы сейчас силами департамента экологии в ночной сделали дежурство, график, и с акиматом вместе выезжаем и мониторим по городу. На сегодняшний день мы провели проверку в 6 крупных компаниях, крупных промышленных компаниях в городе. Могу подробнее дать даже информацию, результаты проверки, название компании. 3 из них мы сейчас приостановили деятельность этих компаний, ну, с имеющимися экологическими нарушениями. Более подробно это развернуть мы можем дать, что мы проделали. Если есть дополнительная информация об источниках загрязнения, мы, естественно, у нас там в инспекции работает порядка 5 инспекторов, и мы очень нуждаемся и в общественном контроле. И если есть более точная информация, что есть источники загрязнения и так далее, мы очень нуждаемся в оперативной информации. У нас департамент экологии, в принципе, можем сообщить, что нам нужно, чтобы вы это сообщали, и мы хотим очень быстро реагировать. Мы в поисках источников загрязнения. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Сколько и на какую сумму были оштрафованы предприятия в Шымкенте и в Туркестанской области в прошлом году и за различные экологические нарушения? В Шымкенте и Туркестанской области в этом году и в следующем, и в прошлом году
Давайте мы дадим тоже такую развернутую информацию. Письмо дадим. Хорошо, попросим, да, представителя пресс-службы предоставить подробный ответ на данные вопросы. Евгения Ермакова, газета «Костанайские новости». На днях в Минэкологии заявили о том, что будут мониторить рациональные страты водных ресурсов. Речь зашла о субъектах бизнеса. Как это будет выглядеть? Вы вернете или расширите штат бассейновым инспекциям, создадите новый контролирующий орган или будете использовать космомониторинг или ужесточите законодательство? Да, вопрос относится к исключительной функции наших коллег из Комитета водного хозяйства. Да. Мы передадим этот вопрос. Угу. Я думаю, что вам ответят. Жасулан Мырзаш, а не Нуржан Мырзаш, Росу Сырақтырға жауап берсеңіздер. Міндет түрде жазбаша түрде. Келесі туризм кезеті Нарабиға Жынысова зум арқылы бар ма екен? Егер жоқ болса, Асел Сайлаубай, 4-я власть. Здравствуйте. Вот сейчас слушала вашу информацию, да, у меня сложилось впечатление, что все коммерсанты, чиновники, собственники сейчас предприятий, занимающиеся предпринимательской деятельностью, от которых зависит экологическая ситуация, занимаются просто вредительством. Я просмотрела вашу страницу, ваш сайт. Там неоднократно выходят различные дорожные карты и так далее. Вот вы сейчас снова говорите. Я вот сравнила 2020 года и сейчас, что вы говорите. Да? Они практически аналогичны. То есть получается, за два года никаких изменений с учетом этих данных карт не было. Я так понимаю вот вашу текстовку. То есть, получается, весь вас комитет занимается профанацией и ничего практически не делает. Вы сказали о том, что вам нужна помощь общественников. Пожалуйста, были ваши коллеги. Мы доводили информацию по Гюралю в Атырау. Организация 25 лет занималась добычей нефти, занималась вредительством, экологически вред наносила. И ваши коллеги до сих пор ничего не смогли с этим сделать. Нефть как лежала на поверхности, как был бардак на данной добыче, так и есть. А теперь, что касается той же помощи со стороны граждан. Есть такое золотодобывающее предприятие «Фекалил». Здесь в чем сложность? По поводу коррупции. Тоже складывается впечатление, что не зря ваших сотрудников в этом обвиняют. Потому что «Фекалил», занимаясь добычей, к нам поступила такая информация, мы не будем говорить, кто это сказал, но это один из людей, который ездил с экологии на проверку данного предприятия. И сказал, что отчеты все подделаны, и попасть, например, нам, общественников, на эту коммерческую площадь невозможно, несмотря на то, что данный «Фекалил» находится под особым контролем правительства. Там наши тоже коллеги говорили, нету соответствующих резервуаров для утилизации, люди там очень высокая смертность, не соблюдаются вот эти все нормы, здесь еще и здравоохранение у нас замешано, тоже полная коррупция получается. То есть на местах ваши сотрудники, представители экологии, я так предполагаю, коррупционные действия со стороны сотрудников, потому что на территорию невозможно попасть, и допуск есть только у ваших коллег, которые должны все это проверять. Почему такая ситуация складывается? Вот я посмотрела вашу анкету, вы имеете юридическое образование, работали в органах, и, соответственно, должны понимать, что вот сейчас у нас многие ссылаются на закон, да, что вот у нас закон, мы не можем пойти просто так проверить. Почему бы не организовать проверку СМИ и просто вот запустить туда, да, чтобы мы прошлись, отсняли и показали, если у них все так чисто и согласно отчетам, да, вот мы запросили отчеты, все у них шикарно, почему такая сложная ситуация с экологией в этом регионе, почему такая сложная ситуация на нефтедобывающих, это не только Гюраль, полностью, где у нас проходит какая-то добыча руды и так далее, везде такой бардак. И все ссылаются на то, что есть закон, по закону туда нельзя, сюда нельзя. Складывается впечатление, что чиновники специально эти законы придумывают, а вы как исполнительный орган ничего не делаете для того, чтобы эти законы изменить. Вы ссылаетесь на дорожные карты, постоянно запрашиваете деньги на реализацию этих карт, но экология ухудшается с каждым разом. Складывается впечатление, что вам всем давно пора уже уйти оттуда со своих насиженных мест и уже дать дорогу другим, которые действительно будут требовать что-то и что-то делать для природы, для экологии. У меня вот вопрос, почему никто из ваших органов за все эти годы
Ни одна дорожная карта до конца не отработана, на всех них выделяются средства, я так понимаю, все органы, департаменты запрашивают на это все. И ухудшается с каждым разом ситуация. Почему? Вот вы говорите про Темиртау. Сколько лет уже этому Темиртау и сколько лет говорят об экологической проблеме? Почему до сих пор не решается? Значит, вы все сидите не на своих местах. Так получается? Сергей, мы услышали ваш вопрос. Можно отвечу. Давайте детально по этому вопросу. Да, конечно, надо... Ну, все кроется в деталях. Можно обобщенно говорить. Да, действительно, проблем много. Что касается дорожной карты. Дорожная карта разработана на 2025 год. Можно работать хаотично, можно решать какую-то частную проблему, можно кого-то штрафовать, можно частно с кем-то бороться. Мы попытались его систематизировать. Условно, вот смотрите, Атравская область, вы сказали Атравская область. Мы 33 пунктов, мы его не просто сами наработали, мы встретились с общественностью, очень большим кругом общественности, участвовало порядка 20 тысяч в целом по дорожным картам, и мы определили, что нужно для Атравской области. И мы в течение месяца разрабатывали дорожную карту, включили все проблемы. Вот вы говорите, не решаются проблемы. Основная проблема города Атрау – это диоксид серы. И нам постоянно приходит сообщение с гидрометра о превышении диоксида серы, сероводорода, превышении по сероводороду. Это проблема, это и запах, и так далее. Надо решать проблему. Что? Что мы сделали? Да, мы можем пойти оштрафовать АНПЗ и так далее. Мы пошли к этому системно. Мы практически 3 месяца изучали, группа наших экологов, инспекторов, ночью, в ночное, дневное время изучали, что является источником. Мы изучали все датчики, направление ветра и так далее. Мы определили, что источником является тухлая балка, это огромные очистные сооружения, куда сбрасывается. И в результате того, что АНПЗ и город сбрасывают недоочищенные сбросы нефтепродуктов и хозфекальные сбросы, мы поняли, что это является огромным источником вот этих проблем, существенным. И сейчас мы заставили финансировать «Казмунайгаз» порядка 4 миллиардов тенге на рекультивацию и строительство очистных сооружений. В результате... Вот вред экологии. Вы хотите сказать, что эти предприятия не знали, что они наносят вред? И все это время единственное оружие, что вы делали в борьбе с экологическими преступниками, это вы просто их штрафовали. Вы тогда тоже, получается, экологические преступники. Вы только ссылались на штрафы и так далее. То есть вы все эти 30 лет не заставляли их что-либо Юраль, исправить. Юраль, давайте по конкретике, по содержанию. Юраль, мы на сегодняшний день подали на приостановку в связи с отсутствием контракта и разрешения на приостановку от предприятия, решения суда. Мы отказали в выдаче разрешения. Все, что от нас требуется, мы выдали. Дальше мы в судом должны его заставлять почистить и так далее. В центре города была старая отпарочная станция, опять же АНПЗ. Мы ее решением суда закрыли и заставили. Вы на сегодняшний день как источник его закрыт. Я просто вам, вы просто, чтобы не огульно было, а просто частная работа. Это много инспекторов, это рутинная большая работа. Все, что нам пишут, мы приходим с заявлением. Не исключаются коррупционные проявления в какой-то части, но вы не должны исключать ту всю работу рутинную, которая происходит на сегодня. Есть проблемы, сложившиеся не только 30 лет наши, а сложившиеся в результате, как правило, советской индустрии, 70 и так далее. Мы не можем его за один день решать, но мы решаем на сегодняшний день. Накатано перед акиматом, нужно финансирование, предприятие финансирования, я точно назвал. И таких примеров я вам могу назвать по каждому городу. И по Восточному Казахстану, то, что вы говорите. На сегодняшний день мы поставили себе уже дорожные карты и национальные программы снижение на 20-30%. Спасибо. А можно ли нам вот попасть на частные предприятия СМИ, например, пойти с вашими сотрудниками проверку отснять и посмотреть, что же там фактически происходит? Мы же в правом государстве живем. Неважно, в любой город, если где-то сейчас, будет вот на крупном предприятии, мы готовы поехать. Это же отношение частной компании и журналистов. Я вас поэтому и спрашиваю, что вот наше законодательство, чуть что сразу говорят, это частная территория, на нее зайти нельзя. Но вы как государственный орган имеете право туда зайти. Вот о чем я вам говорю. Да. К нам поступил звонок от человека, который проводил экологическую проверку этого фекалила и сказал, что документы сделали все, чики-чики, но на самом деле то-то там в такие-то нарушения. Если мы сейчас эти нарушения вам предоставим, готовы ли вы провести внештатную, внеочередную проверку и поехать туда проверку сделать вместе со СМИ? Конечно. Возможно это сделать? Конечно. Это нужно сделать.
Там хорошо, внеплановый. Вы дадите, мы вам предоставим документы. Предоставьте нам, да. Предоставьте нам заявление, обращение. Угу. Мы откроем проверку, если нужно будет. Мы проводили проверку, но я сейчас можно реанимировать, какую мы даже предъявляли огромные там, штрафы, ущербы. Я могу поднять, что мы проделали. Если у вас информация есть, мы готовы по ней пройти, вас привлечь максимально, насколько позволяет законодательство, и с вами провести проверку. Ну, то есть они могут проверим. Нас не пустить туда? Я вот не знаю в отношении того, что ваше отношение к закону позволяет допуск, но максимально привлекем вас к проверке, чтобы вы отслеживали уровень проверки. Спасибо. Коллеги, мы просим, это площадка для того, чтобы могли задавать конкретные вопросы, и спикер мог конкретные ответы. Спасибо. Да, спасибо. Это не для высказывания создана площадка, и организовываются пресс-конференции как раз-таки для того, чтобы могли журналисты получить ответы на вопросы. Поэтому просим это тоже учесть. И Хазар Марат Башимов, человек из закон. Зумаркл Сракоят. Зульфикар Мусульманович, как юрист, хотел спросить один момент. Сейчас выясняется, что на самом деле правовое регулирование защиты экологических прав, оно нуждается в дальнейшей, да, штрафы они минимальные для всех этих субъектов, экспертиза должна быть более четко, да, очерчена. Поэтому, наверное, следует сейчас инициировать изменения в кодекс, который уже более будет усиливать ответственность, меры юридической ответственности, да, по всем этим моментам, штрафы увеличить, может, сотню раз для этих, копейки платят. Там, да. И это первый вопрос, чтобы так. И второй вопрос. Знаете, вот в этом отношении я вас говорю, у вас участок сложный. Есть экспертиза, на которую давят все олигархи и тому подобное. Да, вот я вот по Востоку написал, додумались, Зират Тангасында, да, Шушка ферма Салганга, Бржа, даже Касында. Это же, а вы, наоборот, провели объективную экспертизу и сказали, дали отрицательное заключение. И мне сказали, что на вас сейчас оказывается давление. Хотелось бы, чтобы это давление вы выдержали, да, потому что и все страны отказываются от этого. Нет, надо же, прямо Казахстан жерінде салып, зираттың қасында деген әті үшкінге, ну, ішкі саясат қайдағы жатыр, ұлттық қауіпсіздік мәселелер қайда жатыр деген деген сондай сұрақтар туатты. Ол енді екінші сұрақ емес, ұсын сүретінде өзіңіз позицияларын тұтап отырған деп айтып қойым. А бірінші сұраққа сол не туралы, заңды күшейту керек дегенге, қандай сіздер қазір шаралар жасап жатырсыздар? Рахмет. Күшейту жағынан біз жаңа кодексті әзірледік. 21 жылы біз осы маусым айынан күшіне түсті. Осы әкімшілік кодекс бойынша біз 10 есе көбейттік. Заңсыз істеп атқандар, әлде осы көрсетілген өлшемнен асырып атқан, осындай жағдай болып атқан кезінде штраф бойынша 128-ші. Біз 10 есеге көбейттік оны. Негізі мына жерде президенттің тапсырмасы болды, біз қатан жасадық кішкене ол жағынан кішкене біздің әсіресе үлкен мекемелер өте қиын болады негізі жағдай. Одан басқа біз үлкен мынау шығарларға міндет түрінде бірінші санаттағы компаниялар автомат түрінде онлайн мониторинг болу керек, бізге өткізу керек. Бізге біз көріп тұрмыз керек, әр 20 минут сайын сол жерде онлайн мониторинг болады бізге. Біз көріп тұратын боламыз, көпшілікті көріп тұратын болады. Сол бір жылда бір құбырдан, бір источниктен үш реттен асып атса, біз сол источникті жауға мүмкіндігіміз бар. Заңда тікелей сондай заң болып тұр. Біз жауға мүмкіндігіміз бар. Я понимаю, по вот этой вашей свиноферме тоже беспокойся. Мы действительно отказали выдаче положительного заключения. Никакого давления на нас не оказывается. Ключевым фактором является общественное слушание, мнение общественности. И соответствие экологическим. Мы обнаружили, что он не соответствует экологическим требованиям, и общественность тоже против. С учетом всего, мы вот, если это вот говорить о том объекте, то мы отказали в выдаче положительного заключения. Рахмет, потому что этот объект, вы знаете, даже один как юрист меня смутил. 400 миллионов долларов на 8 СГА. Это прямой, любой скажет, что это нереальные какие-то российские фирмы, которые зарегистрированы в МФЦА, да, и при этом поставили. Ну, понятно, здесь очень много вопросов и правоохранительных органов могут возникнуть. Но самое главное, что вы не поддаетесь давлению. Рахмет, Сыгин. Рахмет. Рахмет, келесі сұрақ, четвертая власть, Мадина Жанқанбаева. Саламат, Жанас Мырза, сізбен алдында осы министрлікте өздеріңізде кездескен болатынбыз, сізбен сол кездесу барысында жаңа Жамбыл облысы Шатыркөл мәселесін көтергенбіз. Сіз енді өздеріңіздің министрліктен уәде берген етіңіздер сол Шатыркөлге барып тексеру жұмыстарын жүргіземіз деп, бірақ енді осы күнге уәделеріңізде тұрмадыңыздар.
денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері сол жерге біздің бақ өкілдерінің журналистерімен бірге бара отырып, сол Қазақмыс корпорациясының Шатыркөлдегі жаңа экологиялық нормалар мен санитарлық нормаларды сақтамай, заң бұзушылыққа барып отырған өз көздерімен көріп кетті сол уақытта. Ол жерде біз түсірілімізді жасап, ол туралы ақпаратты біз жарыққа шығарған болатынбыз. Енді бұл жерде санитарлық нормаларды бұзушы бойынша, қазір біздің денсаулық сақтау министрлігі өздері қолға алып жұмыстарын атқарып жатыр. Енді сіздердің тараптарыңыздан қашан, қандай шара қолданасыздар? Осы экологиялық заң бұзушылыққа барған Қазақмыс корпорациясының жұмысын бүгін күнге, қазір мен екі министрлікке де қойып отырған сол жергілікті тұрғындарының талаптарымен осы біз өз көзімізбен көріп отырған заң бұзушылықты көріп отырған журналистер тарапынан, біздің редакция тарапынан сол Қазақмыс корпорациясын бүгін күнге жұмысын тоқтатуын сұрап отырмыз. Осы мәселе бойынша қашан, қандай шешімдер қабылдайсыздар? Мадина, біріншіден өткенде екеуміз осы әңгімелескен кезінде бір келісімге келіп едік, сол жерге екеуміз сол жерге барамыз деп. Ол уәдеміз бар. Біз сіз отпускқа шығып кеттіңіз, мен де отпускте болдым. Содан кейін біз сол жерге өзіміз барайық негізі. Осы сентябрьде болсын жоспарлап, сонымен сізде мүмкіндік болса, осы журналистермен бірге барып көрейік. Біз негізі ол жағдайды жақсы білеміз. Ол жерде көбінесе әлеуметтік жағдай, Қазақмыстың жаңа уәдесі бойынша бір материалдық жағдайын жақсартуға, жаңалықтың көпір салуға, шаңдату тоқтату үшін жаңа жол салуға, и үшінші алаңдаулық соңғы жаңа радиациялық проблемалар бар. Радиация жағынан жаңа дұрыс айтыңыз, жаңа біздің денсаулық министрлігі жағынан құзыретінен олар өздері қазір мониторинг жасады, радиация жоқ екенін дәлелдеді, темір жолды жолдады, зерттеу жүргізді, радиация жоқ екенін ол дәлел бар. Одан басқа олар жаңа мониторинг жаңа табло жасап, біз радиация бар жоқ осы өңдеп жатқан біздің жаңа руда дейміз, соның ішінде радиация бар ма жоқ деп бәрін халыққа көпшілік көрсетіп тұрамыз. Екінші, мынау көпшілікпен компания екі ара жаңа әкімшілікпен меморандум қойған бойынша, келісім бойынша жаңа көпір салу, жол салу жаңа шаңдатпау үшін и жаңағы тағы бір материалдық жағдай бір көмектесу. Оның қазір соңғы мәлімет бойынша Қазақмыс негізі оны істейтін болып жатыр. Мүмкін қазір соңғы мәлімет алармыз, мүмкін істеп қойғанда шығар, может быть. Бірақ оны мен сізге жазба түрінде ол мәліметті берейін. Осы проблемалар сол. Негізі жаңа өткенде де сіз айтып өттіңіз, проблемалар көп. Негізі жаңа месторжение өзінің бару керек, біз тексеріп өтті біздің компа, біздің департамент жергілікті. Сіз оны сенбеушілік айттыңыз өзіңіз және де. Біз оны жаңа орталықтан болып, мен ол жерге баруға дайынмын өзіміз. Барып, жұртшылықпен кездесіп, өзіңізбен журналистпен баруға дайынбыз. Барып қайтайық. Бірақ шара қолданылған осындай негіз. Иә, мен нақтылап кетейін. Басқа осының Шатыркөлдің мәселесі бүгін күнге біз бұл мәселені бірінші күн көтеріп отқан жоқпыз. Бұл мәселені біз екі жыл болды біздің редакция мұның бәрін. Алдында да басқа редакцияда жұмыс істеп отырғанда зерттеу жүргізе отырып осы мәселені көтеріп келе жатырмыз. Бірақ бүгін күнге жаңа денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері қойып отырған радиациясы жоқ деген мәлімет беріп отырған мәліметтердің барлығы ұлы өтірік, мен сіздерге айтамын. Соны Шатыркөлдің бүгін күнге беріп отырған сіздерге ақпараттары, сол жерде мәселелердің бәрін шештік, жасалды деп, бұл ол кісілер сол жергілікті әкімдікпен меморандум былтыр жасасқан етін, бірақ сол меморандумдарын жасаса отырып, биылғы осы көктемде, осы жылдың көктемінде сол іс-шара жұмыстарын аяқтау керек етін, бірақ аяқтамаған. Осы жақында тамыз айының басында сол жерге жаңа айтып отырмын ғой, министр өкілдерімен барған кездегі заң бұзушылықтары сол жерде тоқтамай қайталанып жатқанын біз қайтадан көрдік. Енді ол жерге министрлік денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері бара отыра өз көзімен көрген сол заң бұзушылықты сіздерге тағы да жеткізіп отырмын ғой. Сіздер Қазақмыс корпорациясын жұмыстарын тоқтатасыздар ма, әлде оны тоқтатуға сіздердің шамаларыңыз келмей ме? Неге десеңіз, сол жерде сіз білесіздер, оның басқарып отырған Ким. Ким ол жерде жаңағы біздің Назарбаевтар отбасымен сол бар байлықты бөлісіп отырған азаматтар бүгін күнге. Бұл мәселе бүгін күнге біздің президентімізге Тоқаевқа жетпей отырған шығар. Мәселе сода болып, сол ақпарат жетпегендіктен осы мәселені сіздердің шамаларыңыз келмей, осы мәселені шешілмей отырған осы да шығар. Мадина, осы мәселені дәлірек айтайық, жаңа эмоциясыз да. Местожение, жаңа кең ортасы бар.
Проблема кең ортада емес. Негізі оны тексердік, проблемасы, ондай проблема жоқ. Халық наразылық жатқызып, ол кең ортада емес. Так, ол өздеріне жұмыс істеп отыр. Тасымалдау өзінде шаңдату, көпір, әлеуметтік жағдай, радиация. Үш мәселе болып тұр негізі. Сол негізгі мәселенің түбінде сол болып тұр да. Енді жаңағы құзыретті қоя қояйық, жаңа Минздрав деп отырмыз, біз деп жатырмыз. Жаңа шаңның мәселесін қандай шешу керек, жаңа жолды жасау керек. Көпірдің мәселесін. Радиация жағынан оларға сенбей отырып, өздерінің жаңа мәлімет мониторинг бойынша облыстың тарабынан жаңа санитарная служба солардан басқа жаңа зерттейтін жаңа нені шақыртқан. Ол зерттеп сол жерде радиация табылған жоқ. Оны енді олар енді посторонний организация болып тұр, исследовательский негізі мамандар. Оны сіз де мен де закумент келтіре алмаймыз негізі, да? Оны радиация жағын айта қояйық. Қазір енді шаңдату жағынан жол салынатын болды. Қазір қай стадияда оны сізге мәлімет берейік, қане отқан. Көпір жағынан, не жағынан. Мен осы мәселет бойынша негізі бізге біздің құзыретке, жаңа комитеттің құзыретіне, министрдің құзыретіне бір шамалы болып тұр негізі. Бірақ негізі енді халыққа айтып отқасын проблема бар ғой негізі, кім құзыретін болса да. Енді мен сізге айтайын, осы негізі қазіргі мәлімет осындай, жағдай осындай негізі істеліп отқан. Так, одан басқа уәделескендей, мен сол жерге өзім барып қайтуға, жаңа көпшілікпен кездесуге дайынмын. Талап кетейінші, осы Шатыркөлдің мәселесін біз айтып отырмыз ғой, бүгінгі күнге бірінші күн көтеріп отырған жоқ біз. Неге сіздер тек қана өздеріңіздің, мына өз тараптарыңыздан берген ақпарат бойынша бүгін осы тікелей эфирде болсын, әр қашанда тек қана өздеріңіздің ақпараттарыңызды ғана айтасыздар? Неге халықтың бүгінгі жасаған жаңа экспертизасын, сарапшылардың ұсынған радиациясы бар деген дәлелдерін неге сіздер қабылдамайсыздар? Әлде халық сол жердегі 15 жыл бойы ол халық, сол жергілікті халық осы мәселені көтеріп келе жатыр. Міне, неге ол кісілердің беріп отырған дәлел фактілерін неге қабылдамайсыздар? Мен сізге екі нәрсе айтып өттім. Біріншіден біз сіз айтасыз, мен айтам, жаңа халық айтады, кісілер көпшіліктер. Бірақ оны қазір маман зерттеу отырмыз ғой. Маман зерттеу бойынша қазір Минздрав мәлімет бойынша болмай тұр негізі радиация. Енді одан басқа тағы да біз мәлімет болса, өз көзіме баруға мен дайынмын жүрге. Хорошо. Жақсы. Рахмет. Қазправда газетінен Марина Демченко сұрақ жіберген екен. В селе Курчум, Восточно-Казахстанской области, уже давно разрушены канализационно-очистные сооружения на берегу реки Курчум. Канализационные стоки прямиком попадают в реку, а дальше в Бухтарминское водохранилище. На глазах происходит экологическая катастрофа. Вода отравляется, ее практически не стало в реке. Об этом в регионе известно давно, о проблеме не раз сообщали региональные СМИ. Однако она не решается. Почему ответственные органы занимают наблюдательную позицию? Когда начнется строительство, реконструкция очистных сооружений? Первое. В 2000 году мы провели проверку этих очистных сооружений. Мы приостановили, признали его не качественным, не соответствующим экологическим санитарным требованиям, отозвали разрешение и приостановили деятельность данных очистных сооружений. Предъявили соответствующие штрафы и так далее. Что касаемо контрольной функции, мы это проделали. Довели до акимата области, акимат, естественно, и региона, и они все в курсе этой ситуации. Сейчас вопрос решается о проектировании и реконструкции данных очистных сооружений. Проблему все знают. Мы ее обозначили контрольными функциями. Все, что от нас требуется, мы сделали. Сейчас, значит, местные власти, это в их компетенции, проектируют, и мы знаем, что будет вопрос решаться, будет его реконструкция и строительство. Но самое главное, это состояние, вот нас назвали состояние реки, состояние водного объекта. И у нас там есть мониторинговые данные. Мы на сегодняшний день с таких катастрофических или каких-то проблемных отклонений от допустимых норм в самой реке мы не видим на сегодняшний. Да, есть проблемы с очистным сооружением, они некачественные, плохие, мы все меры приняли, будут строиться новые. Но самое главное, мы сейчас мониторим реку, она в стабильном состоянии. Хорошо, спасибо. Және соңғы сұрақ, Куан Нұрақын, Қазақстан ұлттық телеарнасынан жіберген екен. 2030 жылға дейін балық өндірісінің әлеуетін 300 мың тоннаға дейін арттыру жөніндегі президенттің тапсырмасы бар. Алайда балық шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер сала мамандардың жетіспеушілігін жиі айтып жүр. Маман тапшылығын шешу үшін министрлік тарапынан қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Алда қандай жоспарларыңыз бар? Ол сұрақ біздің әріптесіміз жаңа балық шаруашылық комитетіне жатады, біз жеткізейік ол сұрақты. Жақсы, көп рахмет.
бізден деше осы министрліктің баспасөз қызметінен өтінеріміз, жаңа сізге қойылған барлық сұрақтар бар, толық жауап беру мүмкін болса, және сонымен қатар басқа комитетінің құзырындағы сұрақтарға қатысты жазбаша түрде журналистерге жауаптарды берсек, біз арқылы берсек. Рахмет, көп рахмет. Бүгін аймақтарда экологиялық мәселелер қалай шешілуде, бұл жөнінде бізге бүгін жолдасов Зұлухар Сансызбайұлы айтып берді. Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің экологиялық реттеу және бақылау комитетінің төрағасы Зұлухар Сансызбайұлы болатын. Сізге алғыс білдіреміз уақыт бөлгеніңіз үшін. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Және құрметті көрермен, осымен біздің бүгінгі баспасөз конференциясы аяқталды. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.